В Доме дружбы Махачкалы прошел вечер памяти лидера национального освободительного движения народов Северного Кавказа имама Шамиля. События посвятили 145-летию со дня его смерти. Пригласили представителей органов госвласти, общественных организаций, духовенства и гостей из республик Северного Кавказа. Участникам встречи представили новый документальный фильм «Шамиль. Последний путь». В нем все о последних годах жизни имама. Затем к собравшимся от руководства Дагестана обратился советник главы республики Деньга Халидов. Глава республики Рамазан Гаджимурадович считает, что память, историческая память – это составная часть, ядро культуры любой нации, любого народа, что историческая память и символы исторические, герои наши, они должны войти в аналы истории таким образом, чтобы наши дети, наша молодежь воспитывалась на их примерах. Имам Шамиль – это не просто полководец, это не просто мудрец, это не просто алим, выдающийся алим. Он и дипломат, он и государственный деятель.